Как мне кажется, и как я вас чувствую и воспринимаю, Наташа Влащенко сегодня это такой интеллектуально-ироничный, немножко такой даже панковский бренд. Всегда была. Вот. Откуда была любовь? Сейчас вот я вспоминаю все вот эти наши хейт-комментарии, которые летят перед моими глазами, к каким-то совершенно невероятным очкам, порой очень несуразным кепкам, рваным джинсам и косухам. Всегда было, всегда было. Мне всегда хотелось отличаться. У меня есть вот про это качество, я всегда благодарю Господа, что у меня оно есть. У меня нет вообще как бы даже, а что подумают люди, а что не скажут, а вообще любят меня или не любят, или еще что-то такое. То есть для меня как бы огромное наслаждение заниматься в жизни тем, чем я хочу, и быть таким человеком, как я хочу. Более того, если какие-то обстоятельства в жизни пытаются меня наклонить во что-то, чем я не являюсь, я испытываю страшный диссонанс, и я как бы, мне всегда плохо. Да? Там было несколько раз в жизни такое, что я там... Я продолжаю слушать, конечно. Что там жизнь как бы там меня пыталась загнать в то, чем я не являюсь, да, на самом деле. И мне всегда от этого было дискомфортно. Я в своей жизни полгода работала в школе. Знаешь, как я ушла из школы? Я посмотрел, что это был за учитель, Наташа Влащенко. Сегодня учим материнский, да? Меня дети очень обожали же там литературу полгода. И я пришла на какую-то там эту самую, какая-то там был какой-то аппарат или прочее, и директриса сказала: вы в каком виде вообще явились? А какой это был вид? Ну, там какие-то рваные джинсы были, в те годы это вообще было. Ну, там в 87-м году просто рваные джинсы были учителя. Нужно пойти переодеться. Вы что, пойдете со своими учениками в таком виде на парад? Я сказала: нет, я не могу переодеться, мне так комфортно, мне так нравится. Она говорит: или вы пойдете переоденетесь, или наше сотрудничество закончено. Я сказала: ну так ради бога, наше сотрудничество закончено. Я повернулась и ушла. И в принципе я как бы понимала, что и действительно сотрудничество наше было закончено. То есть я спокойно написала заявление и ушла. Я понимала, что если... Ну, во-первых, Рома, ты еще не знаешь этого, но я тебе скажу, жизнь пролетает очень быстро. И единственный кайф, который может быть в жизни, это быть тем человеком, которым ты хочешь быть. Ну, вот с которым тебе комфортно. Снимать про себя то кино, которое тебе нравится смотреть. Ну, потому что мы же все про себя снимаем кино, там, пишем книжку и так далее. Тем, как мы там, с какими там людьми мы живем, с кем мы дружим, какой работой мы занимаемся, как мы тратим деньги и прочее, прочее. И какие там сволочизмы совершаем или не совершаем, это все мы снимаем кино про себя. Поэтому, в принципе, как бы счастье это когда ты снимаешь то кино про себя, которое тебе нравится снимать. А если ты этого не делаешь, то тогда нет смысла ни в чем. Ни в деньгах, ни там в карьере, вообще ни в чем нет смысла вообще. Насколько мешала в жизни вот эта ваша самобытность и желание быть такой, как вы чувствуете себя снаружи? Потому что ваш образ не всегда вписывается, наверное, в то видение, не всегда. Как бы вас не хотели всегда видеть. Не всегда, нет, конечно. Вот, и даже сейчас я понимаю, что есть очень много людей, которые считают, что ну, как вообще, как можно себя так вести, как можно так выглядеть, как можно такое говорить, ну и так далее, и тому подобное. Ну, а меня-то, как бы, я же говорю, у меня это счастливая история, меня это не сильно интересует. Есть, ну, буквально на свете, ну, может быть, ну, 10 человек, мнение которых мне действительно очень важно. Это все очень близкие люди, это в основном, там, мои родители, или, там, мой муж, или, там, мой сын, да. Но люди, которых я, там, прям действительно люблю, которых я никогда не смогу оторвать от сердца. И, конечно, когда там, и то, знаешь, там бывает, что они говорят: ну ты чего там? Я говорю: ну мне так комфортнее, да? Вот, поэтому, а все остальное, ну я понимаю, что как бы значение других людей в нашей жизни, или наоборот, нас в жизни этих людей сильно преувеличено на самом деле. Люди, когда там хейтят кого-то или говорят какие-то гадости, они забывают у нас через 5 минут. И даже сам тот факт, что они говорят о нас гадости, говорит о том, что это мы им снимся, а не они нам. Вот, понимаешь, до тех пор, пока мне говорят, это означает, что я снюсь людям, о существовании которых я даже не подозреваю, на самом деле. Задеваете все-таки струны их души немножечко. Ну, наверное, да.